Привет, друзья! Меня зовут Алекс, и мы в игре Beneath the Steel Sky стоим в комнате управления и выходим из нее, потому что мы уже открыли дверь в стерильную запретную комнату. Опа-ка! Ты избавил меня от необходимости искать тебя, Оверман. Я должен был догадаться, что ты часть всего этого. Как думаешь, почему Райх погиб, когда пытался тебя убить? Или та надоедливая девчонка, которая пыталась помочь тебе бежать? Ты нужен Линк живым, Оверман. Поэтому и была запланирована семейная встреча. Бегите, пока можете, Роб. Нифига он мощный. Остановись! Скажи мне, что тебе от меня надо? Там, куда ты отправишься, тебе не понадобится этот робот. Джоуи на последнем дыхании нас выручил. Это андроид. А это, кстати, Галлахер. Тот самый, который в карты играл. Ага, еще одно удостоверение в мою коллекцию. Мне кажется, что это Галлахер. Пластиковая карточка с голографическим изображением Галлахера. Бляха, точно! Он же только что бухал, сидел в ресторане в этом, в опрокинутом унитазе. И нам рассказывал возле квартиры о том, что... жду, пока что-то в жизни случится, или что-то типа того. Офигеть. Робот. Да, сегодня не его день. И, кстати, все события происходят в один день, ребят. Это вообще тупо, это один день вся игра. Бедный Джоуи недолго побыл в этом корпусе. Возьму-ка его плату на память. Взял? Взял. Так, а что мы можем сделать с помощью карты Галлахера? Наверное, попробовать зайти вот сюда. Устройство чтения карт. Причем красная карточка, да? Наша. Даже без фотографии, чисто удостоверение безопасности. Это Аниты, а это Галлахер. Вообще у него, блин, он, оказывается, тут знатная шишка была. Стандартное устройство для чтения карт, но я тебя не спрашивал, что это. Я сказал тебе, пихай туда карту и садись бегом. И вот эта штука опускается и что-то ему в дырку в мозгах вставляет. Охренеть, что у него, опачки, божественный гнев. Слепота, расшифровать. О, божественный гнев. Можно на глаз божественный гнев запилить? Нет, нельзя. Но слепоту точно можно. Погнали. Погнали. Чпок тебе в глаз. И дальше мы пошли. Здравствуйте, молодой человек. Крестоносец. Свято защищает систему от всех известных Eidos конфигураций. Ну давай. Божественная ярость. Божественная ярость, охрененно. Вообще просто огонь. Ой, ты смотри. Божественный гнев. Спецификация секретна, исключительно для службы безопасности Union. Офигеть. Вот и третий проход мы с вами открыли здесь. Кристалл. Защитный кристалл, 40 килобайт, М-трип, Хобарт, Фампроги. Защита приложений от посторонних глаз. Подарок от Хобарт Фанвар Инк. Фанвейр, наверное. Ну что, наверное, рассоединяемся, и у кого там был у нас? По-моему, у Роба как раз-таки в карточке был осциллятор. Если мне не изменяет память. Он же там что-то там о резонансах написано было, да? Что за счет резонансов, я думаю, что как раз-таки кристаллы можно сломать. Нет. Резонатор у Аниты. Что творится вообще? Вот это да.
Все это очень зловеще, очень запутано. А еще какой год игры-то? О-о-о. Там, по-моему, YouTube говорит, что это 94-й год. Нет. Не та дырка, болван. Сюда нам надо. Первоначально ткнув в глаз. Во. А, все, крестоносца нету, мы его просто в системе убили. Так. Точняк, спираль. Спираль, институт кибернетики Хобарта. Борется с синдромом Кобола. Кодела. А, борется с синдромом Кодела, фиксируя рост неконтролируемых тканей в интеллектуальных системах. Борется с синдромом Кодела, фиксируя рост неконтролируемых тканей в интеллектуальных системах. Офигеть. Вирус. Мы это мы уже досмотрели. Разъединить, давай. Офигеть. Значит, у нас на карточке Аниты вирус. Вирус. Что теперь с ним делать, с этим вирусом? Ух, ё-моё. Пульт. Но нажатие кнопок никакой реакции. Огромный резервуар. В резервуаре подвешены фрагменты тканей. О, жидкость в резервуаре обожгла мне руку. О, щипцы, глянь, на стене. Выглядят как те, что используют хирурги. Ну давай возьмем, нам какая разница, хоть пассатижи. Ну-ка. А, опять руками полез. Ты пассатижи есть, дурень. Красавчик. На рукоятке выбиты слова «Хирургическая сталь», произведено в Хобарте. Здесь, короче, все хобартовское. В Юнион Сити. Что бы там ни было, оно очень холодное. Возможно, это жидкий азот. Может, мясо засунем туда? Точняк, смотри. Ткань распалась. Серьезно? Displaying its readings on the monitor. Странно как-то это все. Может, это кирпич бросить? Нет. А что же нам с этим сделать? Мясо туда кидать смысла нет. Ткань распалась. Да, смысла в этом нет. Давай, бери. Все, что я туда, все, что я получу, это мгновенное обморожение. Ну ладно, пойдем сюда сходим. А что еще делать? Опачки. Пульт. На каждого андроида отдельный компьютер. Уолтер, версия 2.4, среда разработки. Плата личности не установлена. Моторно-двигательные функции нету. Данные личности нету. Загрузить МД функции. Загрузить данные личности, выполнить программу запуска.
А нахрен нам нужен без моторных функций? Отстой. Пульт. Уолтер 2.4. Среда разработки. Плата личности не установлена. МД функции. 9 гигабайт. Данной личности нет. А, моторные. МД. Данной личности. Ага. Ладно, а третий? Уолтер версия 2.4. Среда разработки. Плата личности не установлена. Плата личности не установлена. Модификация МД функции. Моторные, видимо, там в первом были написаны. Столько же данной личности. 900 гигабайт. 930 гигабайт. Здесь уже личность загружена. Выполнить запуск, а удалить нельзя личность. Блин, плохо. Значит, нам подходит средний. Подожди, какой корпус? Корпус? В кабинете есть дверца. Серьезно? Ну-ка. Правда, смотри, что. В корпусе есть порт расширения. Серьезно? Ты глянь, можно вставить. Плата Джоуи вошла в порт с щелчком. На кой член ты забрал-то, господи? Я думал, ты дверку закроешь. Так, загрузить данные личности. Плата личности установлена. Загрузить данные личности 2. Операция завершена. 850 гигабайт загружено. Я так говорю, чтобы не читать кучу цифр. Чуть-чуть округлил. Данные личности загружены, функция установлена, плата установлена, все. Выполнить программу запуска. Опа! Как самочувствие, Джоуи? Какое-то странное, сэр. Чувствую себя мягким и очень уязвимым. Это потому, что ты практически человек. Получается, что чувство опасности естественно? О, да. Ты к этому привыкнешь. Кстати, сэр, послушайтесь моего совета. Не поднимайте других андроидов. Почему? Если чего? Блин, нажал кнопку. Never mind. Думаю, тебе нужно новое имя, Джоуи. Зачем новое имя? Спасибо, что спас меня от андроида. Мои действия были единственной логической линией поведения. Я не могу постигнуть как андроид, но вести себя таким иррациональным образом. Он вел себя почти как человек. Сложно. Что он имел в виду под семейной встречей? Так как ваша мать была убита, остается только мой отец. Вы никогда о нем не рассказывали, не так ли? Это потому, что я его не помню. Не помните или не хотите вспоминать, сэр? Мы рядом с ядром Линк. Почти несомненно, сэр. Я могу ощутить его присутствие странным и таинственным образом. Как старик, видение в пламени костра. Он тоже его видел, зло под городом. А потом он погиб вместе со всем племенем. Сейчас не время для сожаления, сэр. Вы должны уничтожить зло и отомстить за их смерть. Думаю, тебе нужно новое имя, Джоуи. Вы считаете мои мысли, мистер Фостер? Что бы вы предложили в качестве достойной замены? Я буду звать тебя Кен. Прекрасная новость, сэр. Скажите, история знает каких-нибудь выдающихся Кенов? Кен, которых я могу вспомнить... Все Кены, которых я знаю, были мужланами. Прекрасно. Это и будет моей целью в жизни, чтобы имя Кен стало синонимом мужлана. Да, жесть.
Он хотел кого-нибудь выдающегося, но не знал, кто есть выдающийся. Оказывается, они все были мудаками. Тебе нравится твое тело? Оно прекрасно, сэр. Есть только одна вещь. Что еще? Когда я получу дополнительные аксессуары? Не понимаю, что ты имеешь в виду. Уши, волосы на теле и те небольшие декоративные штучки. Тебе без них лучше, поверь. Штучки захотел. Ёлки-палки, зачем тебе штучки-то, а? Антенну как у Бендера тебе и все. Фу, какая мерзость, опять. Сенсорный экран. Резервуар. Я даже предположить не могу, что там хранится. Металл очень прочный. И что самое забавное, он даже не ржавый. Очевидно, я должен приложить к этому руку. Давай. Слышен щелчок. Джоуи, приложи свою руку к тому сенсорному экрану. With pleasure, sir. С удовольствием, сэр. Отлично. Hey, rubber man. Эй, резиновый человек. Что с тобой? What's wrong with you? I appear to have a problem, у меня, похоже, sir. Проблема, сэр. My hand has моя рука приплавилась к двери. Я не хочу бросать тебя здесь. I don't like to leave you here. I'll be free in no time, я освобожусь в мгновение ока, сэр. Have you got an axe? У вас есть топор? No, I haven't. Нет, а зачем? Why? You could have used it to sever my hand. Вы смогли бы им отрубить мне руку, сэр. Unthinkable. Это немыслимо. Фикс еще приклеен? Still stuck? I'm afraid so, sir. Боюсь, что так, сэр. It's frustrating, to say the least. Это меня расстраивает, если не сказать больше. Never mind. Печалька. Ну что, друзья, а в эту дверь пойдем мы в следующей серии. Благодарю вас за внимание, не забывайте подписываться на канал, бейте в колокол и вступайте в паблик ВКонтакте, пишите свои комментарии, ставьте лайки и не забывайте нажимать букву I в правом верхнем углу экрана. Всем удачи и до встречи!